Что касается бесплатной юридической помощи, то эта тема достаточно актуальна, как, в принципе, тема юридической помощи, потому что на современном этапе общества наблюдается в какой-то части правовой нигилизм, то есть не все люди готовы воспринимать право, положительно его воспринимать и работать с ним в своей жизни, в том числе делать на него какие-то ссылки, может быть, где-то в своей жизни защищать свои права всеми способами, которые предусмотрены законом. По этой причине, в частности, многие люди вынуждены в каких-то ситуациях обращаться к юристу профессиональному, который может оказать ту помощь, которой не хватает, да, той квалификации, которой не хватает лицу, который обращается за этой помощью. Кроме того, последние вызовы общества, они также диктуют необходимость юридической помощи. Это и, ну, непосредственно участие в специальной военной операции. Это вопросы, касающиеся тех лиц, которые не могут надлежащим образом оплатить свои услуги, потому что нуждаются в помощи, однако не имеют средств для ее оплаты, хотя на сегодняшний день, да, этот вопрос тоже актуален, потому что цены на юридические услуги достаточно высокого уровня держатся. В этой связи лица вынуждены пользоваться такими средствами, которые не предполагают трату их финансовых ресурсов. Статистика, опять же, да, тоже говорит о том, что юридические услуги пользуются спросом, и в том числе, что касается вопросов малоимущих, да, опять же, вопросов банкротства, например, учитывая, что статистика на сегодняшний день по этим категориям дел растет. Несмотря на актуальность этой темы, вопрос оказания бесплатной юрпомощи не является новым, и, в принципе, те моменты, которые на сегодняшний день имеются, они во многом вырабатывались исторически. Это можно проследить и в рамках деятельности юристов в Российской Федерации, в России в советский период, в период Российской империи и за рубежом. То есть мы видим, как в определенный момент, особенно когда зарождается адвокатское сообщество, возникают вопросы необходимости оказания бесплатной юрпомощи. Мы видим, как в определенный момент, ну это в основном международная практика, на сегодняшний день Россия здесь пользуется этими инструментами по аналогии, да, наверное, с другими государствами. Это вопрос развития юридических клиник, то, чего, в принципе, моя деятельность прежде всего касается, то есть вопрос оказания юридической помощи студентами под руководством профессионалов-юристов. Поэтому эти вопросы, они достаточно долго, десятилетиями уже разрабатываются, и на сегодняшний день они не теряют свою актуальность и скорее нуждаются в дополнительной разработке и применении. Что касается бесплатной юридической помощи, то есть на сегодняшний день в Российской Федерации действует соответствующий закон одноименный, который регулирует вопросы оказания помощи определенным категориям граждан. Ну, прежде всего, необходимо отметить, что юридическая помощь, как правило, в трех формах оказывается. Это устное письменное консультирование, это составление процессуальных документов или иных документов в государственные органы, а также это представительство интересов лица в государственных органах. И в этой связи лица нуждаются в указанных формах и в тех видах, которые поддержки им оказываются. При этом необходимо учитывать, что в зависимости от субъектного состава разный характер этой помощи может быть оказан теми или иными субъектами. Прежде всего необходимо сказать о том, что есть ряд субъектов, которые оказывают юридическую помощь бесплатную. Это прежде всего система государственной бесплатной юридической помощи и негосударственной. Государственная юридическая помощь оказывается указанными в законе субъектами. Ну, наверное, на сегодняшний день наиболее актуальна эта помощь адвокатами оказываемая, то есть лица, которые бесплатно консультируют лиц по тем или иным вопросам, при этом, исходя из требований закона, вопросы, по которым оказывается консультирование, оказывается помощь и представительство, они непосредственно перечислены в законе, их тоже также можно легко найти. Что касается вопросов госпомощи, также в эту систему входят органы публичной власти, то есть органы государственной и федеральной власти, государственной власти субъектов и муниципальные органы, в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. В частности, это, ну и, наверное, опять же, специфика моей деятельности, в основном уходит в судебную деятельность, в гражданский процесс. Так вот, в данном случае государственные органы, прежде всего, я думаю, что здесь нужно акцентировать деятельность на органах прокуратуры, которые оказывают эту помощь, они бесплатно должны и могут помогать лицам, которые подпадают под эту категорию. При этом, если лицо пользуется этой помощью со стороны прокуратуры, он не может параллельно обращаться в иные органы, то есть они, я имею в виду органы, также оказывающие бесплатную помощь, например, к адвокатам, на основании того, что эта помощь уже оказывается иным уполномоченным субъектом. Что касается категории лиц, которые получают бесплатную юридическую помощь, то это широкий перечень лиц, который указан в федеральном законе и может быть расширен на основании законодательства субъектов, что в частности у нас на территории Алтайского края также происходит. Что касается этих категорий, то, как правило, это лица малоимущие,
которые не могут оплатить услуги, соответственно, чей средний душевой доход не позволяет, да, соответственно, это сделать. Это социально незащищенные категории граждан, ну и опять же те категории граждан, которые имеют определенную социальную значимость и которым законодатель позволил обращаться за этой помощью. В частности, это ветераны Великой Отечественной войны, это инвалиды первой и второй группы, это ветераны труда и иные, в общем, категории, которые, в принципе, также можно легко найти в рамках федерального закона. Также вот одна из категорий, да, важных, это в том числе лица, которые попали в связи с чрезвычайной ситуацией в тяжелое жизненное положение, когда юристы помогают им в этом. При этом вот здесь, наверное, в этой части, когда мы изучаем категории, мы видим, как важна эта помощь, какое значение она имеет социальное, потому что значимость деятельности юриста как раз проявляется в том, что он помогает таким лицам, которые не могут себя защитить в свободной форме иным путем. И в данном случае это, так сказать, правозащитную функцию юридического сообщества восполняет. Так называемые услуги пробона в том числе. То есть речь идет о том, что с этих лиц не может идти заработка у юриста профессионального. Здесь, кстати, тоже важный аспект, да, по поводу профессиональности юриста. То есть здесь предполагается, что во всех формах, в которых оказывается эта помощь, она является профессиональной. То есть это не могут быть лица, которые сами не обладают теми или иными познаниями. Это тот перечень, который, соответственно, в законе обозначен. Помимо государственной юридической помощи, у нас имеются институты негосударственной юридической помощи. Прежде всего, здесь речь идет, наверное, о юридических клиниках. Это такие образования, которые действуют в рамках высших учебных заведений, которые реализуют программы образовательные по юриспруденции, по праву. Соответственно, в данном случае лица могут обратиться в такие клиники. Например, на территории Алтайского края ряд таких клиник действует. В том числе в Алтайском государственном университете действует юридическая клиника «Фемида» на базе юридического института, директором которой я являюсь. Мы также оказываем помощь лицам, которые нуждаются в ней. При этом необходимо учитывать, что если государственная помощь, она предполагает обязательный характер, то внегосударственная юридическая помощь бесплатная, она базируется на принципах добровольности, поэтому лица, обращающиеся за этой помощью, должны учитывать те положения, особенности, которые в той или иной клинике работают. То есть ряд клиник у нас на территории Российской Федерации, например, базируются в основном на уголовном праве, на уголовном процессе. Мы же, наоборот, больше сконцентрированы на работе по частным областям общественной жизни, то есть это жилищное право, трудовое право, социальное обеспечение, гражданское право, семейное право и так далее. То есть блок правоотношений, который касается непосредственно жизнедеятельности людей и не связан с уголовным судопроизводством. Кроме того, юридическая помощь должна оказываться в тех случаях, когда лицо может эту помощь, так сказать, получить, то есть есть перспективы, действительно, юрист тоже чувствует свою силу и возможность помочь человеку. Если в данном случае юрист не уверен в результате, то, соответственно, он, если не нарушает требования нового законодательства, имеет право эту помощь не оказывать. Но я, прежде всего, опять же говорю о добровольной юридической помощи. Поэтому в каждом индивидуальном случае это изучается, смотрится. Что касается категории лиц, опять же, да, обращается внимание на то, имеет ли право лицо на эту помощь, потому что не каждое лицо имеет право получить эту помощь. Если оно не может подтвердить документами свой правовой статус, то, соответственно, мы не можем с этим лицом работать. Важный аспект в деятельности по бесплатной юридической помощи составляет помощь тем лицам, которые непосредственно сейчас, на сегодняшний день, исполняют обязанности на территории, где ведется специальная военная операция. Это и сами военнослужащие, и те лица, которые связаны, да, с проведением этих действий. Это, опять же, прежде всего, речь идет о членах семьи военнослужащих. Эти лица, опять же, попадают под категорию бесплатной юрпомощи, им эта помощь может быть оказана. По указанию президента Российской Федерации действует Государственный фонд защитников Отечества, который имеет свои филиалы во всех субъектах Российской Федерации. В том числе он оказывает помощь на территории ряда районов Алтайского края, в том числе на территории Барнаула. Этот фонд концентрирует на сегодняшний день вопросы оказания юридической помощи на территории Алтайского края различными лицами. То есть прежде всего здесь концентрируется помощь в части адвокатуры, нотариата, государственных органов, если это необходимо. В том числе, опять же, юридическая клиника «Фемида» имеет соглашение о помощи, и студенты-юристы помогают в данной части, соответственно, помогают в консультировании, внутренней работе фонда в соответствии с договоренностями, исходя из тех ресурсов, которые имеются. Поэтому данные лица имеют право обращаться за этой помощью. Характер и спектр вопросов, по которым обращаются лица, очень широкий. В данном случае
ряд вопросов могут возникать, то есть учитывая, что после начала специальной военной операции законодательство очень сильно трансформировалось. Соответственно, изменения законодательства, касающиеся статуса лиц, которые исполняют обязанности в ходе специальной военной операции, коснулись различных сфер жизнедеятельности общества и отраслей права, соответственно. Здесь ряд вопросов, которые возникают у военнослужащих, они могут касаться и гражданского законодательства, в частности, вопросов предоставления кредитных каникул во время, соответственно, исполнения указанного долга, да, лицами. Это вопросы, связанные с прекращением этих обязательств в тех случаях, которые в законе предусмотрены. Это вопросы, связанные с признанием лиц безвестно отсутствующими, либо объявление умершими на основании судебных актов. Кроме того, это вопросы, касающие трудового права, то есть вопросы в том числе приостановления действия трудового договора. У организации, наоборот, ответные вопросы возникают, как приостановить трудовой договор, в каком форме, да, соответственно, необходимо вынесение следующего приказа. Это вопрос возобновления отношений трудовых в случае возврата служащего и приступления к исполнению трудовых обязанностей. Это ряд вопросов, касающихся льгот указанным лицам. Это огромный блок процедурно-процессуальный, который регламентируется в соответствии с законодательством. Это, опять же, возможность получения в прямо указанных случаях, получения льгот при оплате нотариальных услуг, в том числе при выдаче доверенности, завещаний. Это вопросы, касающиеся льгот, касающихся исполнительного производства, в том числе его приостановления или приостановления производства судебного дела. Кроме того, это наиболее обширный и сложный блок, это вопросы, касающиеся социальной помощи и поддержки этих лиц. У нас ряд законодательных актов на уровне и субъекта, и на уровне муниципалитета, и Российской Федерации в целом регламентируют данные вопросы. Здесь вопрос денежного довольствия, опять же, один из основных, который встает. Опять же, это прямо урегулированный вопрос. В том числе денежного довольствия мобилизованных, который должен быть не ниже того, который обеспечивается лицам, которые заключили контракт с Министерством обороны. Это вопрос статуса добровольцев, то есть на какие меры поддержки они имеют право. Причем в основном сейчас они подпадают под ту помощь, которая предполагается и для лиц, которые имеют контракт с Министерством обороны и так далее. То есть здесь очень много вопросов, которые имеют споры и в режиме реального времени это законодательство совершенствуется и трансформируется ежедневно, практически ежедневно. Таким образом, в рамках фонда сконцентрируется указанная помощь, в которой, опять же, мы, да, участвуем. И здесь лица, которые имеют право обратиться за этой помощью, они бесплатно работают с фондом и в том числе с нами и получают ту необходимую квалифицированную помощь, которая им нужна для отстаивания своих интересов и защиты их прав.